Ну что, Владимир Иванович? Квас возьмешь? Пойдем квас возьмем или кофе. Человек, если подъедет, значит подъедет. А то может и не подъехал. Может мимо проедет. Такое тоже бывало. Шутников хватает. А вот Олег Владимирович. Ковбой. Америка ковбой. Че, кофе будешь? Здравствуйте. Да? Здрасте. Шапки зимние поодели. Да все, уже зима подходит. Хотели, чтобы зима была, скоро зима уже, да. Хочешь, не хочешь. Потихонечку. Олег вот шубку решил. Не, ну и нафиг. Мне потеплее. Потеплее, потеплее. Шапка лисья живая? Да. Все на месте? Я хотел и сейчас ее одеть. Да сейчас не надо. Потом подумал, блин, что-то жарковато в ней будет. Не-не. Чуть-чуть попозже. Один. Пока рано, конечно. С хвостом висим. Сигарет возьмешь? Заходи. Сигарет возьмешь? Заходи, Владимир Иванович. Сейчас возьмем. Во. Здесь потеплее. Смотри, что написано. А? Видишь, что написано? А? А? Что написано, видел? Вот 10 рублей. Может, посидим, зайдем? Есть деньги? А? А? Мелочь есть? Нет. 30 рублей. На троих, а? На троих посидеть, 30. Квас уже сядем. Ты вход оплатишь? А? Вход оплатишь? Зачем? Посидим. Ты как, Олег? Да ничего. Вроде все в норме. Как насчет посидеть? 30 рублей есть? Не-а. С тобой тоже нет, да? С собой нет. Ну, сейчас что-нибудь придумаем. У меня был, я в копилку выложил эту мелочь. На сигаретке так поднакопится опять же. Ну да. Собираешь копилочку? Собачка? М? Собачка? Нет, у меня копилка такая есть. Она, кстати, музыкальная. Вот это. Денежку кидаешь, а он мне мелодии играет. От звука создает. Много набрал? А? Много набрал. Ну, немного, но на пару есть. На пару пачек? Уже хорошо. Ну что, Владимир Иванович, кофе? Квас и сигарет. А кофе? Нет. Юр, ну давай, Владимир Иванович, квас и сигарет. И нам с Олегом. Да, Саша. Ты звонил просто. Чё тебе он звонил, этот хозяин? Вот, я ему номер оставил, он сейчас тебе должен перезвонить. Ну вот, только что прям. Смотри, вот у него это работа в силе. Просто что он отдыхал в тот день, блин, поэтому не открыл. Ну что, ты сегодня приедешь или нет? Подходи, Владимир Иванович. Подходи, дядь Бог. Откуда будешь ехать, это заезжай домой. Какой? Крымов спит всегда. Да я понял. А это тогда пойдем, блин, вот. Потом уберем с тобой из дворика. Вот они, денежки. Ну, я понял.
Не, он сказал, блин, сколько скажет, столько, как я тебе заплачу. Ну, оценить там, да, оценить. Такие вот дела. Ну, ты примерно во сколько сейчас дома будешь? А, ну, нормально. Ты куда, Владимир Иванович? Домой? Нет. А куда? Колбасы надо взять. А? Ну да. Понимаю. Да? На такси проводили. Он же оплатил, блин, все это. Ну, только что единственное ему вызвали и все. Он вообще в ноль. Такие вот дела. Да не, отец нормально. Юля, что там перевезти надо? Ну так он более-менее так вот нормально. Да нет пока. Ну давай, Саша. Потом...